Все, я кончил. Давайте рассчитаемся. Это вы кончаете, а мы заканчиваем. Сергей Петрович, вам знаком этот вид спорта? Потому что это именно вид спорта. Да, с малых лет. Так. Но правда тогда, когда было мало лет, был вот такой вот бильярдик, и там были такие стальные шарики. Были такие, да-да-да. Бильярд я настоящий, пожалуй, увидел в театре киноактера, в нашем театре. Он же был в ту пору еще и домом кино, это 60-е годы. И там было три стола, и на одном столе даже была слоновая кость, шары из слоновой кости. Это редчайший сегодня, наверное. Да, сейчас уже не используют. Это как предмет, наверное, вот такой. Уже нет. Артефакт, дань прошлого. Вот там уже начинал, так сказать, пристрастие появилось к этому. Ну да, на деньги играли. К этому изящному виду спорта, который оспаривают Китай с Индией, где он появился. Много-много веков до нашей эры. Вот. И сначала он был ведь на траве, шары катали. Потом это, почему зеленое сукно? Я думаю, что перенесли его не просто так. Ну, погодные условия менялись, и они решили. Вот. И, ну, а потом, вы знаете, я еще помню такое заведение в Москве. Оно называлось «Академия». Это в парке в каком-то, да, был? Парк Горького. И большой громадный сарай. В этом сарае было 16 столов. И этот сарай назывался «Академией». Почему «Академией»? Я думаю, что это «Академия жизни». Угу. Потому что там... Такие люди собирались, такие персонажи, такие характеры. Такие. Ну, например, ну там были и первоклассные суперигроки, такие как Ашот Патикян, наверняка Илья знает. Да, да. Вот, и Пантелеев, Митасов. Сережа, Устрица, Луна. Даже по кличкам вам их называю. Это великие бильярдисты своего времени, 60-70-е годы. Но ведь, вы знаете, там суммы приличные были. Играли, наверное, рублей по 50. Ого, это стипендия была такая. Стипендия. Стипендия у нас была 22-24. Это ползарплата инженера. Одна партия стоила. Но были такие, почему академия, были такие ходоки, которые искали живца. Там, кто плохо играет, говорит, давай поиграем. Давай с тобой поиграем. Ну, понемножку, по 3 рубля хотя бы, так сказать. Втягивали. Выигрывали, да, на этом зарабатывали. Ну и самый, может быть, мой гениальный человек, я с гениальным человеком играл на бильярде, это Игорь Александрович Моисеев. Так получилось, что, снимаясь в роли Есенина 50 с лишним лет тому назад, ведь ансамбль «Моисеев» у нас снимался и изображал, в общем, массовку, так сказать. Так, и Моисеев... вывезли в Рязань, 70 человек, да, да, и я его обожал просто-напросто. Этот ансамбль для меня пример служения. Это программа «Мой район».